Нужно как-то догонять. Вот так. Отряд один, мы в пути. Начинаю атаку. Обхожу зону видимости Титана. Под перекрестным огнем. Замечен враг третьего класса. Этот район контролируется силами Хантера. Массовое наземное наступление. Враг усилил огонь. Начинаю сближение с Титаном. Готовы открыть огонь. Подлечу ближе и стреляю. 3, 2, 1. Попит! Я терплю бедствие! Аккуратно. У меня тут выжившие.
Можете выходить. Опасность миновала. Сегодня столица, завтра весь мир. Ты так просто не сдашься, да? О, чего еще ожидать от героя, спасителя мира? Ксандар, твоим планам конец! Это мы еще посмотрим! Столица моя! Ничто по сравнению с моим! Thank you.
Джексона, если посмеет. Вот так, Ник. Ты проиграл, Ксандер. Твое правление закончилось, не начавшись. Ты что, плачешь? Ты в порядке? Я месяцами тебя искал. Я расскажу, что случилось. Но, видимо, попозже. Пошли. Теперь тихо. Чтобы справиться с ними, надо проскочить мимо. Постой! Смотри, это твой клон. Ксандер не соврал, сказав Доку, что может оживлять реликты. Эти штуки повсюду. Держу пари, Ксандер похитил тебя, чтобы создавать твои копии. Вот почему они выглядят как ты, только слабее. Замуровали это место. Ух.
Так-то лучше. Они завалили тоннель, через который я пришел. Нужно найти другой путь. Сражайся, Нек! Больше прятаться ни к чему! Секунду. Это же пещера под монастырем. Похоже, они что-то строят. Ну? Что я пропустил? Когда Ксандр ударил тебя из артефакта, мы боролись с ним, Нек. Но монахи унесли тебя. Они были сильнее. Артефакт. Вот что это было. Мы сразу же отправились сюда, но здесь было пусто. Тогда мы с Эвой решили разделиться. Я продолжил искать тебя, а она надежных людей среди монахов. Больше мы не виделись. Это плохо. Даже хуже. Начали пропадать люди. Доктор, Шарлотта, все подряд. Я увидел твоего клона и пришел за ним сюда. Тут кипела работа и... Я понял, что ты где-то здесь. А это что? Без понятия. Он определенно что-то собирает из частей роботов. Такое большое, что здесь не помещается.
Что бы это ни было, оно явно больше Титана. Его будет трудно не заметить.